Девушки по утрам зевают, а у пацанов стояк. Совпадение? Не думаю. Джон Коффи был первым и самым известным афроамериканским стендап-комиком. Но на почве расизма Джон был обвинен в преступлении, которое не совершал. Парень, ты арестован за убийство. Чернокожего мужчину посадили в тюрьму, где заправляли белобрысые расисты. На самом деле, даже сидя на шконке, Джон не терял чувства юмора и веселил строгих вертухаев. При задержании матерой проститутки было возбуждено 12 полицейских. Я хорошо пошутил. Наблюдая за Джоном, старший надзиратель колонии Форест Хэнкс не мог поверить, что добряк Джон мог кому-то навредить. Тогда Форест провел свое расследование и выяснил, что Джона подставил другой стендап-комик и член Куклукс-клана Леонард по кличке Дикий Пес. Надзиратель Форест Хэнкс поймал этого Леонарда. Его осудили и отправили на Аляску кушать тигров. Ну а Джона Коффи выпустили из тюрьмы. На свободе Джон познакомился с лучшим рекламным агентом, тезкой Джоном Маклейном. И вскоре вышла книга «Моя веселая зеленая миля».